Долгое время близкие Романа Костомарова хранили молчание. Представление о том, как проходит восстановление спортсмена, давали в редких комментариях его друзья. Но к радости поклонников несколько недель назад на связь вышел сам Роман Костомаров. А сегодня он сообщил еще об одном важном событии. Несмотря на то, что почти все источники утверждали, что фигурист Роман Костомаров пробудет в больнице еще как минимум месяц-два, сегодня его выписали. В личном блоге спортсмен опубликовал видео, на котором благодарит медиков за спасенную жизнь. Выписку в больнице сняла на видео жена Романа Оксана Домнина. «Спасибо всем, что спасли мою жизнь. Полгода назад я этого не понимала. Я ничего не чувствовала. Я просто думал, что покашлял дома и уехал на скорой помощи, чтобы, наверное, сделали укол и прополоскали мне рот. И через час я вернусь домой. Но приключилось то, что приключилось. Сложная эта болезнь, которая чуть не забрала мою жизнь». Фигурист также признался, что много размышлял, как было бы лучше – остаться в живых с ампутациями или умереть. «Но я счастлив, что живой. Видел, как переживает жена, которая с первых дней была со мной, мой брат, который помогал ей ухаживать за мной, лучшие медсестры, доктора и реабилитологи», – заключил Роман. Фигурист также пошутил, что препараты ему давали настолько хорошие, что первое время он будет скучать по лекарствам. От слов Романа врачи были тронуты. Многие работники больницы едва смогли сдержать слезы. Но, как сообщают СМИ, отпустили Костомарова всего на неделю побыть дома с семьей. Потом он вернется в больницу. Чемпиону еще предстоит протезирование рук, которое займет много времени и продолжение реабилитации. Фанаты Костомарова, которые молились за его выздоровление, счастливы увидеть спортсмена, который пусть и ненадолго, но покидает больницу. И, конечно, огромное восхищение Оксаной. Хрупкая Оксана стала самой сильной опорой. Вы настоящая команда, пишут поклонники под видео. А что вы думаете, уважаемые зрители? Пишите свое мнение в комментариях. Ведь мы уверены, вам точно есть что сказать. До скорой встречи!